Ну, это, наверное, наша самая худшая игра в этом году. И заслуженно «Факел» сегодня победил. Пожалуйста, вопрос. В чем не готова ваша команда была противостоять? В каких компонентах? Скорее всего, психологически на нас давит эта полоса безвыигрышная. И сегодня я предупреждал ребят, что в этой лиге, где мы играем, каждый может обыграть каждого, и невзирая на то, что «Факел» на последнем месте, желание было, и вышли с желанием именно побеждать. Хоть и на выезде, нам уже ничьи, скажем так, не совсем устраивали. Нам надо было выше побеждать, но мы пропустили контратаки. И вот дальше уже, наверное, психологическое преимущество получил «Факел», а мы не смогли в позиционной, прежде всего, в позиционных атаках не смогли создать достаточно моментов и забить. А «Факел» действовал на контратаках, ну, понятно, что здесь на своем поле это легче. Пожалуйста, еще вопрос. Николаевич, прошу прощения, может быть, не по игре, но ваша команда оказалась в таком состоянии заложников. С одной стороны, вы боретесь за выживание, с другой стороны, в свете чемпионата мира вас, как проект чемпионата мира, уже все записывают в фавориты борьбы за выход в следующем году в премьер-лигу, так как у вас новый стадион и так далее. Это есть такая проблема? Или сейчас мы об этом не думаем. Я много об этом не слышу, что мы какие-то там фавориты. У нас в этом году задача, конечно, закрепиться и сохранить место в этой лиге, и потом уже решать, что дальше. Но действительно, новый стадион, вот эта игра на новом стадионе, она для многих ребят, которые здесь много футболистов, которые никогда не играли на таких стадионах, конечно, тоже большая ответственность, и к нему надо привыкать. Я думаю, что уже как бы мы опробовали этот новый стадион, и следующая игра, наверное, будет по психологическому плане попроще для ребят. Я на это надеюсь. Пожалуйста, еще вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, второй гол. Мяч летел практически вратарь, там почему он реагировал? Что? Там рикошет. То есть он просто не среагировал? Я думаю, да, рикошет. И вратаря во втором голе уж точно. Да, третий гол, конечно, на совести вратаря. А четвертый? Четвертый центральный защитник хотел сохранить почему-то мяч. А зачем он сохранить был, скажем? Вот этот вопрос тоже хочу сейчас выяснить. Вынести вратарю, отыграть. Скорее всего, я говорю, наша команда сейчас под таким психологическим прессом давит, полоса неудач. И люди с этим не справляются. И многие с этим не справляются, и отсюда вот такие ошибки. Ну, считаю, заслуженно победили, и больше и хотели, и во втором тайме добавили. Проводили быстрые ответные атаки, которые завершались голевыми моментами, и реализация сегодня была достаточно неплохого уровня. Пожалуйста, вопрос. Игорь Вячеславович, Игорь Лебеденко играет все 90 минут, потому что он так готов? Ну, мы видим то, что приличный объем работы уже вот вторую игру он делает. Вот, в принципе, мы планировали его заменить, если под силу бы он, конечно. Но в связи с тем, что Малуковский там в середине поля подустал, заменили его. Плюс еще как раз в тот момент, когда он с ногой у него были проблемы. И пришлось Олегича ставить на позицию центрального полузащитника. А так планировали Лебеденко. Объем работы хороший делает, молодец. Пожалуйста,